Кто там на фотографии наверху? А это наша семья. Два сына. Младший вот здесь, а старший остался в Харькове. Генеалогическое древо. Мы родились оба в городе Харькове на Украине в 1936 году. Мы познакомились в 1961 году в Харькове. Я 26 лет проработала на заводе. Я была заведующей научно-технической библиотекой. Так сложилось в жизни, что мы приехали в государство Израиль, на нашу историческую родину. И мы очень рады, что живем в Израиле, очень рады тому, и, наверное, это основное на сегодняшний день в нашем возрасте, мы имеем работу. В 2002 году я поступил и был волонтером в Яд Лекашиш. В следующем году исполняется ровно 20 лет, как я работаю и являюсь волонтером в этой организации. В цеху аппликации, значит, шью, на швейной машине работаю. То, что я делаю, это конечная операция. Допустим, одеяло, кто-то кроит, кто-то наклеивает аппликации. А мне уже дают все готовое, я ставлю на подкладочку. И получается очень хорошее детское одеяло. И мне это очень нравится. Эта работа приносит мне моральное удовлетворение. В замечательных условиях, в хорошем коллективе, с добрым отношением руководства. Работал я на гравировальном станке, где приходилось много делать изделий, применять свои инженерные знания, которые я приобрел в Украине. В последнее время я работаю ювелиром, собираю различные ювелирные изделия, которые производят мои товарищи, а я их собираю. Помимо того, что нас обеспечивают работой и создают условия, нас балуют. У нас была замечательная экскурсия некоторое время тому назад в Хадеру, в очень интересный музей медицины. Были на берегу моря, побывали в ресторане. Но что можно еще сказать об этой организации? Только плюс, только положительные эмоции. Яд Лекашиш. Что вы хотели бы пожелать себе на будущее? Чтобы подольше там поработать. В этом есть огромный стимул, целеустремленность и приложить свои знания и способности на пользу тому делу, которому мы служим.